Привет, друзья, с вами Кирникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Мехс Пиканджус. В прошлый раз мы впервые воспользовались оружейным магазином и меню любви, потому что иначе мы бы не затащили эту катку, ну или не так эффективно бы ее затащили. Сегодня же мы, собственно, двигаемся по следующей миссии, а именно Кейн Бич. Устранить все присутствие кайджу, опять же наступательное. Неподалеку на поверхности появился бродячий кайдзу, отведите боевой авианосец. Давайте смотреть. Так, движение нашего мега-авианосца возможно. Спавнеров здесь куча, плюс жиробобик. Жиробобик, ну и пока что нет данных по самой защите и атаке. Заводы, по идее, мы можем здесь ставить. Пока что наши допы не используем. Пока что двигаем по нашей стандартной схеме. О, у нас еще и лазер есть. Это звучит как очень хорошая идея. Алло? Вот сюда? Да. Поехали. Начинаем движение по чуть-чуть. Двигаем. Тормозим. Мы не можем как цель выбрать спаунеры. Ох, нихера себе, авиация залетела. Неожиданно и очень приятно. Так, давайте я его все-таки подальше отвезу, чтобы поэффективнее были. Так, нормально. Забираем. Этих челиков тоже ускоряем, но забираем. О-ля-ля-ля-ля. Вот тут можно и замедлиться. Так, у нас 2800 есть. Тут вопрос. Нам на старте дали небольшой набор, конечно же, техники, но это стартовая начальная, поэтому нам нет смысла, наверное, делать на нее упор. Нам было бы неплохо своих начать производить, честно говоря. Так, по нам уже плюются. Так, спаунеры там летят один за одним. Я думаю, что мы... Ой, я уступать начал. Тихо, замедляемся просто. Так, вызываем еще поддержечку. Ставим еще заводик. Заводы не работают! О-ля-ля, о-ля-ля, окей. Раз нет завод, будем пробивать турелями напрямую. Если такое вообще будет возможно. Так, дальненько вижу. Так, вы, ребятки, я про вас не забыл, если что. Так, там забрали, там дальники стоят очень неудобно, но мы их тоже заберем. Кто тут плюется? Хера, с какой дистанции вы плюетесь, пацаны? Нормально себя там чувствуете вообще? Так, быстренько загрейдживаем. Нам бы еще вот сюда чуть вложить панельку, потому что она собака неживучая абсолютно. Так, дальников двух забрал. Еще один дальник спереди забираем. Я не знаю, чем мы тогда должны будем дамажить сейчас. Ну давайте чуть вперед. Чем мы должны будем дамажить спаунер, если наш лазер по спаунерам не работает? Вот это меня чуть смущает. Летающих нет, бегающие есть. Давай, выпиливай. Выпиливай все, что бегает. Раз уж ты хотя бы в этом направлении можешь быть полезен. Так, червячка нахер. Мы их можем, по идее, попробовать пропустить к нам в спину, но... Мне кажется, это плохая мысль. Хорошо, что-то у нас может работать эффективно далеко. Давайте-ка с призмами, наверное, побалуемся, слушайте. Поставим ровно по центру призмы, их только заградить надо. Так, давай чуть-чуть назад отступим, а то мы сейчас получим люля много. Так, простреливай насквозь. Вместе с червяками, замечательно. Чуть-чуть отъедем, все, достаточно. Так, 12 тысяч есть, призмы ставим на максимум. Да, бьют прямо неплохо, будут нам помогать. Твою мать, нас просто засыпает снаряд. Ты чё, мразь, ты чё? Так, по вот этим гасани, пожалуйста. Для профилактики. Так, хорошо, вот этих сейчас прострелим. Держи раз. Все, они теперь будут выпиливать все, что близко подходит. Но вот с этой дальности, ребята, работать, это неправильно вообще. В корне. Замрите, пожалуйста.
Вы создаете очень много проблем на ровном месте. Все, удерживаем их, движемся. Движемся вперед. Да чё вас так дохера? Так, нормально, 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 имитируем жизнь. Нам надо до спаунеров добраться в любом случае. Так, распиловочный. Где там они? Бляха, я до них не дотягиваюсь. Держите ракеты на голову. ФПС, вернись. Бляха, я свой прицел не вижу. Так, бабла тонна. Эти мы загрейдили, они пусть будут. Сзади у нас еще что-то может стать. Арта может еще наперед наваливать. Но, бляха, не это, ни другое нам не поможет с этими... С самими спаунерами. Нам надо к ним прям в упор заехать, чтобы мы были там эффективны. Вот в чем сложность, вот в чем сложность. Там у нас все равно никто не прорвется, там не пройдет. Лазеру, в принципе, ничего не угрожает. У нас просто бабла будет очень много, поэтому я думаю, что мы можем и арту здесь поставить. И на всяк пожарничек я здесь сделаю еще один прогончик. Так, арту грейдим, делаем мегабибу из них. Так, двигаемся дальше, потому что мы до спаунера иначе не дойдем. Где они там стоят? Я сейчас к вам доберусь, пацаны, я уже близко. Готовьтесь. Готовьтесь, Рокотанус. Так, дальников забрал, тут дальники еще есть. Тихо, 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 тихо. Стена там уже страдает нормально, так если что. Так, надо их как-то нибудь замедлить в любом случае. Отлично. Двигаем, 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 двигаем. Не боимся, не боимся, двигаем. Держите по харе удар. Так, летучее говно надо забрать. Все. Дальники в центре прям стоят. Забираем. Ремонт нам нужен, ремонт нам не помешает. Жаль, что вот эти товарищи не могут сбивать, конечно, летающие объекты. Было бы, конечно, супер. Ну, что поделать. Так, двигаемся, 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 двигаемся. Так, дальника забрали раз, дальника забрали два, дальника забрали три. Подходим еще ближе к спаунерам. Интересно, мы их можем напрямую задавить, мне интересно. Надо бы проверить. Или они заедут к нам на авианосец. Сейчас проверим. Так, брони уже нет. Так, летающее говно пытаюсь убирать. Нет, 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 стенка, живи, 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 стеночка. Стеночка, живи. Давайте я ускорюсь, чтобы проверить, мы все-таки могли. Нет, мы врезаемся в спавнер просто. Так. Я думаю, что мы можем справиться без помощи оружейки, на самом деле. Я лазер довольно редко использовал. А на передней части нам точно нужны лазеры. Есть шанс попробовать баловство как раз с турельками. У нас основная проблема в чем? Бабла у нас, баблом проблем не будет точно. Основная проблема в том, что они все впихиваются вот в это узкое горлышко. И наша задача их в этом узком горлышке, естественно, расшептить в мясо. Есть идея попробовать использовать много призм и оставить только катушки на заднюю часть как резерв. Чисто как вариант. Чисто проверить, чисто посмотреть. Идешь? Ага, все, ускоряемся на максимум. Не теряем ни секундочки. Двигаем, 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 двигаем. Вот авиация постоянно отрабатывала. Было бы вообще, конечно, супер. Но это только, видимо, в наших фантазиях. Не надо дать возможности им, чтобы критическая масса успела появиться. Потому что когда появляется критическая масса, у нас появляются проблемы. Поэтому двигаемся как можно скорее. Двигаемся быстрее, у нас всего лишь косарь, к сожалению. А призма стоит 2 косаря, понял? Сейчас придется чутка формануть. Так, замечательно. Начинаем с первой призмы, которая будет лупашить в центр. Ставим сразу вторую призму, которую бы было бы неплохо перенаправить. Вот сюда лупаш. Так, лазер на перезарядке. Сейчас нас остановят. Ага.
Хорошо, запускаем все, что есть, замедляем все, что пытается пройти по бокам. Замедляем, тормозим, гасим сюда ракетами и всем, что у нас есть. Что с броней? Куда броня делась? Я дико извиняюсь. Так, призмы перенаправляем. Распиливай теперь вот это, ты распиливай вот это. Держите еще одну призму. Можем ее даже загрейдить, и тебя тоже загрейдить. Тебя перенаправляем вот сюда. Давайте общими усилиями мы сейчас это все распилуем. Притачу, у нас еще первые вертолеты есть, они, по идее, должны успеть надамажить. Так, арта у нас сюда может идеально стать, чтобы тоже задевать спавнеры. Единственная проблема, арта тоже собака дорогая. Так, куда, куда там сочитесь? Не надо. Не надо, позязя. Так, лазер, начинай работу. Что-то он маловато поработал, но окей. Так, забираем 7000. Закидываем тебе апгрейд. Закидываем тебе апгрейд. Перенаправься сюда. У тебя луч длиннющий теперь. Свободен, свободен. О, лазер внезапно заработал. Окей. Так, убираем мусор на пути. Не трогай турели, мразь. Видишь, мы тут делом заняты. Так, хорошечно. Перенаправляем вас, бибы теперь длинные. Вы можете куда угодно стрелять. Так, все загрейджены? Не все. Теперь-то все. Распиливай сюда, распиливай сюда, распиливай сюда. Поехали, совместные усилия. Че не пилим? Че не пилим, ребятки? О. Лучше поздно, чем никогда. Так, еще куча спаунеров появилась. Начинаем движение по чуть-чуть. Параллельно отстраиваем артиллерию. До свидания, червячок. Так, дроны пока что нас спасают по отхилу. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Нам проще упереться сразу в спаунер, чем сидеть, тыкать. Так, перенаправляем. Дружочек, ты распиловываешь по прямой. Ты помогаешь ему, желательно вот под таким углом. Ты, дружочек, будешь под таким углом, потому что мы сейчас упремся. Так, червяки-суицидники нахер, еще червяки нахер. Уперлись, поехали. Пилим, 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 ребяточки. Так, я про тебя еще забыл. Ты тоже полезный. Так, тебя перенаправить чуть надо. Тебя тоже чутка. Тебя сюда, все супер. Работаем. Есть кого там пилить? Летающих пилик. Толпа, толпа. Ракеты. Так, ты можешь переключиться уже сюда. Пилим, 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 пилим. Можем начинать движение медленное. Минус. Переключаем сюда, переключаем сюда. Отлично. Могло бы быть получше, но пока то, что есть, меня устраивает. Так, здесь все окей. Поехали грейдить вот этих дядек. Так, сейчас остановимся. Так, распиловочник завершен. Бляха, они мне не дадут до него дойти нормально. Так, пили, 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 отлично, подмога. У нас большая проблема с ПВОшкой, но ничего страшного. Переключаемся. Люто. Немножечко люто ставим дальше, ставим дальше, ставим дальше. Так, летающее говно, умри. Красиво, красиво призмы работают, ничего не скажешь. Так, одну арту загрейдили прям в мясо, она должна бить там чуть ли не на полкарты. Хорошо.
Хорошо, хорошо. Мы, правда, скорее всего, не успеем, но я попробую. Так, всем замереть, никуда не торопитесь, стойте на месте. Дождитесь полного уничтожения, спасибо большое за внимание. Так, есть, переключаем. Я не вижу там спаунер, есть, нет? Есть, есть, есть. Так, сюда, 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 сюда и вот сюда. Поехали. Совместными усилиями, вжух. О, вжух, хорошо. Так, замечательно, можем догородить. Я вот это не заградил, кстати, да? Давайте на всякий пожарный. Давай, 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 хорош. Эту бибу забираем. Ближайший у нас будет здесь. Перенаправляем, перенаправляем, перенаправляем. Ты можешь куда хочешь, конечно, но желательно тоже в цель. Сколько нам там осталось? Все, мы уже близки. Ты не выживешь, брат, даже не пытайся. Давай, 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 давай. Распиловочник, пошел в жопу. Пошел в жопу, говорю. Твою мать, отвлекает настолько, сволочь. Так, дальников быстро забрали, переключаем. Ребяточки, теперь вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Покажите концерт, спасибо. Давай, 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 давай. Бляха, летючее говно будет отвлекать сейчас. Летючее говно, не отвлекай, пожалуйста. Так, вы распиливайте, я тут пока почищу, окей? Договорились? Распределили обязанности. Вроде бы когда, так, дальников забираем, муху забираем, супер. Так, появилось еще... 5, 6, 7, 8 спаунеров. Окей, продолжаем наше движение, не отказываемся в удовольствии. Распилить, распилить... Распилить и распилить и распилить. Давайте. У нас только боковые слабенькие довольно. Они далеко не пилят, но... Что есть, то есть. Так, все, вы максимально загрейджены. По идее, дальность неплохая. Мы можем еще сзади поставить. Но я думаю, что, наверное, нет. Я еще проблема в том, что я не вижу их загрейдженную дальность. Официальную, так сказать. На куда они бьют. Так, ну давайте резерв здесь сделаем. Я сильно сомневаюсь, что нас пробьют аж до жопы, но... Лучше перестраховаться же, правильно? Так, распиловочники идут огромной толпой. Распиловочников в ад сразу же, пожалуйста. Чем быстрее, тем лучше. Дальников вместе с ними, супер. Так, отвлекающий маневр. Так, давай, 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 чуть-чуть осталось. Распиловочник проник в наши ряды. Замечательно, переключаемся. Тут вы, кстати, несколько сразу можете, по идее, пробить. Поэтому ставим залогом на будущее. Так, ты пили пока в центральную. Так, распиловочники, уйдите. И дальников с собой заберите, пожалуйста. Тут и без них проблем хватает. Я же говорю, проблем хватает, что вам не ясно. Давай, 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 я понимаю, тяжко. Тяжко, ну что поделать. Сейчас врежемся все-таки, да? Да, не успеем, скорее всего. Или успеем? Ну, чуть-чуть. Yes, успели. Так, перенастраиваемся в центр. Небольшая наводочка. Небольшая наводочка, все супер. Не сегодня, брат, не сегодня. Бляха, я не вижу, где... Ладно. Дроны, выступайте. Замечательно. Так, этот почти сдох. Давай, 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 давай. Хорош. Так, дальников, дальников, сбрить, 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 сбрить. Вас переключаем сюда. Я думаю, что вы тут малой силой справитесь, а вас пока сюда. Фу, я просто... Так, давайте. Пауков нахер. Распиловочники забрать, дальники забрать. Дальники нам уже натворили дел, на самом деле.
И без распиловочников достаточно проблем. Так, давай сюда, давай сюда. Поехали. А, что? Окей. Тактика призм сработала. Удивительно, не так ли, да? Так, хорошо, с этим мы разобрались. Здесь у нас еще что-то было. А, нет, здесь мы тоже забрали. И на первой карте... На первой карте мы тоже все забрали. Хорошо, у нас есть теперь режимы выживания. И у нас есть, я тут немножечко уже посмотрел, усложнение карт. Мне кажется, что они... Ну, наверное, начальные карты, они очень слабенькие будут. Но мы можем взять даже самую... А? Это не так. Вот, у нас есть сложность вторая, по идее, сложность. Нам нужно просто пережить 10 волн, либо нам нужно убить какого-нибудь титана. Ну, давайте проверим на этой миссии. Так, это... Ох, это старая добрая миссия. На ней столько фармил. Это ужас. Ну, давайте проверять. Давайте проверять. Ставим центральные. Сами вперед особо не выкручиваемся. Что я сделал? Понятно. Так, один грейдим полностью, этот грейдим чуть-чуть. По идее, пережить надо будет 10 смешанных волн, как я предполагаю, да? Блях, уже так непривычно, что нельзя на карте помотаться туда-сюда. Дико-дико непривычно. Да, этих пацанов мы зачистим вообще, я думаю, без каких-либо препятствий. Почему в этих картах музыка в 3 раза тише, чем на тех? Я не могу понять. Я пытаюсь, но я не въезжаю. Call Wave, давай, сразу запускай следующую. Гони бабус. Видимо, это фишка, которая у нас появляется только после того, как мы развалим всех и вся. До этого нам нельзя заранее волны запускать. Причем заранее там не 100% заранее. К сожалению. Но мы зато теперь сможем гораздо быстрее проходить миссии. Так, дальников отпылесосить, отпылесосить. Давайте я вам еще запущу ребят. Отойди от стены, спасибо. Профукал запуск волны, ну ладно. Грейдим, 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 грейдим. Ждем next. Так, летчики-пометчики. Их мы почти ваншотим. Запускайте сразу следующую. Плотность мощная можно создавать за счет быстрых запусков волн. Так, релоди, как всегда, не в тему. Это все забираем, это все забираем. Плотничком, плотничком. Грейдим, ставим 3-ю, 4-ю, 5-ю. Давайте, летите еще. Вытащу ускорение. Я ж в целом только за, давай. Релод. Где тот самый страшный титан, которым вы меня пугали? Ускорение дальше, давай. А вот и титан. Добрый день. Добрый день, давненько с тобой не виделись. Давно хотели пообщаться. Там еще одна волна есть, помимо этой, да? Держи ракету в харю, держи заморозку. Вот ты особо никуда не торопился. По стене он может наплевать, но это не страшно. Я тут еще по бокам чуть почищу. Не надо, не надо плеваться в стенку. Давайте еще усилим волну. Херли нам, ёпарасете. Давайте сюда арту влупим. Ох, нихера, там бонус выпьешь. Ай-яй-яй, кстати, прям больно. 2 звезды, но мы все равно прошли, забавно. Достаточно забавно, и мы закрываем только 1 звезду, потому что, ну точнее, 1 ранг получаем, потому что прошли только титаны, но не прошли вот это. Забавненько, я думаю, что можно еще попробовать, конечно, двигаться дальше по повтору, но с усложнениями, но я думаю, что, честно, вам это уже не будет особо интересно. Вам это не будет уже особо интересно. Поэтому я думаю, ребятки, что мы свернемся. По выживанию тут все достаточно просто. У нас просто около бесконечная карта, в которую мы должны огромные волны месить. Но опять же, ради чего? Ради рейтинга. Меня рейтинг не интересует. Поэтому, ребятки, я думаю, что мы заканчиваем с этой игрушкой. Спасибо вам большое за просмотр данного прохождения. Встретимся мы с вами уже, естественно, в следующих. Поэтому не забывайте комментировать увиденное и нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся в следующих эпизодах. Пока-пока.